Здорово. Ну что же, проходим, точнее, начнем проходить медиум. The Medium. Что там интересного такого в The Medium? Бабочка. Какая-то милая бабочка. Так, я не знаю, там написали, что хреновая оптимизация, короче. Возможно, я оптимизация плохая, но нет, может быть, нет, кто знает. Так, play. It all starts with a dead girl. Все началось с мертвой девочки. Хуя он бежит, вибрации башни. Так, на игровой движок я уже вижу, что некрасивый. Не очень. Ну, как это страшно. Какая-то она, блядь, типа... Синтетическая какая-то. Ever since I was little, С самого I've had детства я часто видела один this dream. сон. It's the end of summer. Конец лета. A girl is Девочка бежит running through через the woods. лес. The moon А луна. scents. Запах хвои. And then А потом. the gunshot. Выстрел. It always felt so real. Этот сон всегда казался таким реальным. Кровь у меня на щеке, холодный пот, остужающий кожу. Я убедила себя, что все это действительно сон. Это болезненное воспоминание. Это часть меня, я сама не могла понять до конца. Я многого в себе не понимала. Не удивляюсь, что они всегда называют меня странной. Хотя они не знали всей правды. А что такая чумазая, ты мне скажи? Я все такое смотрю твои руки и думаю, ёбать, блядь. День, когда раздался тот звонок. Был худший днем в моей жизни. В тот день я вернулась домой, чтобы прощаться с отцом. Чтобы одеть его в последний путь. Костюм. Галстук. Все просто. Он делал это каждый день. Но мне даже смотреть на его вещи было нелегко. Мне нужно было передышку, чтобы собраться с силами. I was almost ready. Я почти собрала I just had to все. Find his Осталось только special найти tie его clip. Любимый зажим для галстука. Ла-ла-ла. Что тут? Посмотреть. Октобал. 1999. Так, а что-то там прочесть.
Октябрь, 2, День памяти ангелов, хранителей, похороны в 10, УСИ, Дева Мария, Розария, биопсия, отправить посылку Мариане, прием у невропатолога, похороны в 12:30, УЗИ, прием у нейрохирурга, похороны в 9, похороны в 11, забрать Мариану с вокзала, ноябрь, День всех святых, день поминовения усопших, операции. Так, а ее отец был каким-то врачом? А, кажется, ошибся. Выглядит все довольно симпатичненько. Ладно. Выходим. Черт. Shit. Кошка. Yeah. Ага, nice, я рада встрече. Тари, 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 тари. О, сколько здесь комнат. А чё грязно-то так? Так, там инвентарь, да? Ключ подхоронного дома. Так. Ща. Минутуа. Минусюа. Я просто перемещу себя чутка сюда, сюда, туда, чутка, консерву, и выглядит питательно. Так, вращать, ага, объединить, Алекс, объединить. Тари-тари-та. Газета. Посмотреть. Прочесть. Символические похороны шахты Серши. Горняки шахты Серши сегодня вышли на работу, но вместо фонарей и кирок они принесли черный гроб, на котором горели свечи. Он символизировал крах их компании. «Мы не шахту хороним», — заявляют члены горноспасательного комитета Серши. «Мы не дадим им похоронить нашу работу. Этот гроб понадобится Вислинской угольной компании». Шахтеры также сообщили, что завтра придут на работу. Они отказываются принимать в ликвидацию шахты Серши. Тем временем их коллеги протестуют у штаб-квартиры компании «Втыхы». «Втыхы». Они строят у входа стену и каждый день укладывают по слою кирпичей. Еще 5 слоев, и стена достигнет потолка. Новая миссия НАТО – обеспечение стабильности после окончания холодной войны. Ну да, года-то старые тут. 90-е, конец 90-х. Сегодня президент США Билл Клинтон выступил с важным посланием. По случаю годовщины падения Берлинской стены, президент оценил прогресс в укреплении демократии в Центральной и Восточной Европе. За последние 10 лет, а также вкратце перечислил будущие задачи. Он также подчеркнул, что участие и помощь США были и остаются критически важными для мирового преобразования Европы. Президент Клинтон видит Европу неделимой, демократической и мирной. И к этому видению его приблизило еще одно важное событие – вступление Польши, Венгрии и Чешской Республики в НАТО. Лидеры НАТО надеются, что новый статус укрепит демократический строй этих стран, и они внесут свой вклад в поддержание безопасности и стабильности Европе. Хуйня какая-то, зачем? Зачем? Я думаю, там он на пальцы сейчас засунет мясорубку и будет их крутить просто. Наверное, все это до сих пор тут. Ох, Джек. Джек.
I guess I forgot about this one. Кажется, просто забыл, можно проверить сейчас. Давай. Как проявить фотографии? Просадите фотографию в течение 5 секунд. Окуните и проявите на 3 секунды. Окуните в стоп раствор на 3 секунды. Окуните в фиксатор на 3 секунды. Окей. Раз, два, три, четыре, пять. Думаю, хватит. Раз, два, три. Ага, все делаю правильно. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Ух ты. Это был последний раз, когда я тебя снимала, Джек. Черт. Ой, а что инвентарь? А, заметки. О. Где там? Кисуга. Here you go. What's your face? Приятного аппетита, как тебе там? Glad to see you're still kicking around. Ты еще здесь. Ачивка! Голодная кошка. Вот так вот и делаются ачивки. Right. Так, зачем на галстук? Соберись, pull yourself Мариан. Together, Мариан. Ну ладно, сейчас вот уж тебя сходим. 1984. Interesting. Интересно. Она будто бы в космосе летает. Ладно. Clip. I need to find it. А чё она? А, это на выход или что это? А. Еще какая-то комната, да? А что она уже такая чумазая какая-то? Она в принципе не умывается. Или что? Jack's room. Комната Джека. It's как like будто до сих пор. Черт. Jack was Jack part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't give him his spirit. Это не сломило его дух. Come on, Jack. Where'd you put it? О, Джек, куда ты его положил? Okay. Ладно, попробуем по-другому. Let's do this the other way. Так, нажмите, чтобы делать интерес. Ух ты! За часами. Вот ты где. А чё так прятать-то, Джек? Ты, блядь, перед смертью нам решил эти шарады устроить или чё? Хуев. Лысый ублюдок. Окей, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye.
работа. Блин, я не... Короче, он сказал, ну и там все, пора идти помочь с Джеком. Я думал, что никогда не найду себя, себе место в жизни. Но Джек принимал мои странности. Он всегда говорил, что я особенный. Ну, худо, молодец. Китти, ты охуел на меня шипеть? Джек был скромным, верующим человеком. Он владел похоронным бюро, а я помогала ему в работе. Мне нравилось быть полезным. Это второй кот. Первый, а черный. Вот, сука, Джек. Кошатник. А здесь что у нас? Это моя комната, да? Weird to be back in my own. Моя комната. Так странно оказаться здесь. So many memories. С ней связано столько воспоминаний. Yeah. I used да, to я раньше их коллекционировал. Don't know why, really. Даже не знаю почему. I guess they just used to наверное, make не me всегда happy. Меня радовали. Jack knew it well. Джек об этом знал. That's why there's so many of them here. Так много. Kids from the orphanage. Ребята из приюта. Not all of them had my love. Не всем так повезло, как мне. That's why I kept coming поэтому back. Я часто их навещала. To play. Играла с ними. To take care. Заботилась о них. To listen. Слушал их. That was the least I could do. Это меньше, что я могла сделать. Spirits. Духи, когда-то я пыталась there was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. Не слушать их зов. Matthew was но the first one I helped Matthew pass уйти, on. Все изменилось. Matthew. My oldest family heirloom. Моя реликвия. As a kid, детстве, я часто показывала людям, чтобы напугать их. I'd usually say something обычно like, добавляла что-то вроде sick, круто, huh? Правда. I was such a dork. Славила себя как идиотка. Карта пациента реанимации. Общая информация. Марианна. Фамилия неизвестна. Три года. Женский. Перечень. Термический ожог. Пламени. Торс. Верхние конечности 35%. Медицинская травма. Уход и стабилизация, первичная перевязка, респираторная поддержка, инфузольная терапия, обезболивание. Пациенту проводится оксигенация высоким потоком, до исключения отравления угарным газом. То есть мы были в пожаре. I used to get a lot of these. Мне часто такие приходили. To me, they were like trophies. Своеобразные трофеи. Badges of honor for грамм doing за то, что the я поступала правильно. Jack wasn't too Джек, конечно, amused, не был им рад, but he did his но best иногда to cover не for злился. Me. Никогда не злился. I kind of feel bad теперь мне стыдно, что он that. За меня потерпелся. Уважаемый господин Оркан, просим вас явиться на встречу с учителем, на которую мы хотели бы обсудить происшедшее в четверг с... В четверг случай. Напоминаем, Марианна передала одному из учеников послание от его умершей бабушки. Мы понимаем, что так она хотела его утешить, но такое поведение по меньшей мере неприемлемо, поскольку мы уже не раз сообщали вам о проблемах в ее поведении. Мы считаем, что нам необходимо обсудить возможность дальнейшего обучения Марианны в нашей школе. Директор начальной школы номер 7, София Каня. Каня. Какуха. София Какуха. Так. Бегать ты, мадам, будешь сегодня? Или только глазками так делать? We lived upstairs мы жили прямо Jack's funeral на похоронном бюро Джека. It wasn't as это не weird так нагоняло тоску, как может показаться.
Кроме того, именно благодаря этому я научилась пользоваться своими силами. Силами болтовыми. Нет, ты бы сейчас побежала бы, это было бы вообще чудесно просто, великолепно. Джек научил меня принимать эту особенность. И всех моих приемных родителей, только он решил, что это дар, проклятие. Похоронное бюро, последний путь. Вот, вообще-то тут последнее прощание, а не последний путь. Путь будет типа пас, что-то типа такого. Ну гудбай, это гудбай, блядь. До свидания. Ну никак, ну, блядь, путь. Ачивка следует отдела внутренних дел. Следователь отдела внутренних дел. Далее чего? Так, а чего у нас здесь вообще? Yeah. Да уж, Who это doesn't? Точно. А... Get out. Need to get out. Странно. Ну, там человечек пошел, Антон. Да. Джек в морге. Такой Джек в последнем пути, да? Смотреть. Комната предварительной обработки. Только для персонала. Дерево из Гондора, блядь? Ее отец был потомок Арагона? Арагорна, точнее. Арагорна. Что тут? Милая фотка двух пенсионеров. Отчет захоронений, комната телефон, так, рождение, 1000, нифига. Краков, Хан, так, имя матери Хан, имя отца Станислав, место работы, ученик, студент университета, так, слезы, так, стоял, брать не стоял, так, дата смерти, 1999, ДТП, оцемирование, ученик тела, цветы, Джек, госпожа Новак, принесла подтверждение оплаты, она в шкафу. Роберт взят выходной в пятницу, так что нужно найти ему замену, Марианну. Here it is. Prep room. Подготовительная комната, да?
ПРЭП, сокращение ПРЭП. Блин, насморк. Ужасно. Заебал. Типа, я так понимаю, все это начало, это такое большое обучение, типа, типа привыкнуть к управлению, понять, как, что вообще надо рулить. Не уверен, что готов к этому. Привет, Джек. Так, а вот и галстук. И как мне его взять? Знаешь, что ты его зажим? No. Так, где галстук? Да за тебя же, блядь, вылезет. Вот же. Да блять, господи. Вот, смотри. Есть. Снази. Шикарно. Именно этого бы и хотел. Я не ждал, что это будет просто. Наверное, я вообще не знала, чего ждать, когда такое случается с близким человеком. Тут ты словно выгораешь изнутри. Вот так. Теперь ты готов. А я? Люди. Читать тут еще не стоит. Написано уже закрыто. Еще какая-нибудь хуйня придет. Да? Сожрать тело, наверное, придет. Какой-нибудь черт такой. Бля, бля, давай. Душу его там сожрать. Хотя душу его, наверное, уже давно сожрали. Так. Не по... Так, ну там Тинчи это. Ты погляди. Идем. Да охуели, слышь, чё, блядь? What the hell? Guess you felt it too. Это ты тоже почувствовала? And then it happened. As it did so many times before. Так, как много раз. Just when I thought my day couldn't. Именно в тот момент, worse. Когда казалось, что хуже уже не может быть.
этот паршивый блокнот. Я могу опоздать. Марианна? Марианна, девочка моя, ты плачешь? Я все хорошо, Джек. It's fine, Jack. Now you didn't happen to see my note. Ты видела мой блокнот, милая? Did you, darling? Память уже подводит. Старость не радость, да? So much for aging gracefully. Listen, Jack. Джек, тебе нужно отдохнуть. You should probably оставь блокнот в покое. Forget the notebook. Ох, oh, милая, no, мне нужно столько сделать, столько, ох, милая. Так, я просто... Джек, брось, это все неважно. Ты плачешь? Что случилось, милая? И почему ты так холодно? Где же этот проклятый блокнот? Тише. Все хорошо, Джек. Все хорошо. Моя славная девочка, моя Марианна, что бы я без тебя делал? Джек. Джек, не беспокойся ни о чем. Тебе пора уходить. Отдохни. Марианна, что? А почему у него маска? Эта операция меня тревожит, пока я буду в больнице. Ты уверен, что справишься? Да, Джек. Все будет в порядке. Знаешь, когда-то я пообещал себе, что никогда не дам тебя в обиду. Ну, там череп оробит. Никогда. Все будет хорошо, я обещаю. Будьте смотрительны, ладно? Да, Джек. А теперь тебе пора отдохнуть. Да, спасибо, Мария. Я люблю тебя, моя девочка. Люблю тебя всем сердцем. С первой нашей встречи. Помни это. Не забывай. Типа он ушел на свет, да, и перестал мучиться. Большинство людей дали бы все за подобное. За шанс сказать все, что не хватило. Но мне от этого непросто. Я была готова помочь хоть тысячу душ перейти в мир, но когда дело дошло до Джека, это казалось уже слабо. Я тоже люблю тебя, девочка. I used to think everyone saw the world the way I did. Все видят мир что-то таким, какой он есть. Divided. Разделенным. Torn. Разорванным. Between two realities. But. Но нет. No. Это видела только я. I was the only one. Я просто обратил внимание, что это у него не грязь, оказывается, а ожоги. Просто там тени так сделаны. Or so I thought. Вернее, это я так думаю. We're closed. Мы закрыты. Вроде еще одна похоронная бюро. I can give you the number. Куда это? Марианна. Who is this? Кто это? You don't know me, Marianne. Ты не знаешь меня, Марианна. Но я знаю тебя. Слушайте, если это шутка, ты должна выслушать меня, Марианна. Okay, I'm так, hanging все, up. Я кладу. Я знаю, что ты особенная. What? Что? Кто Who это? Is this? Меня зовут Томас. Мне нужна твоя помощь. Ну, слушайте, если вам больше ничего сказать... Нет, я могу... Я отведу на вопрос, который мучает тебя всю жизнь. Но ты должна мне доверять. Не успею прочитать. Доверяй. Да я даже не знаю. Все началось со смерти девочки. Что ты сказал? Дом отдыха. Нива, ищи меня там. Пожалуйста, свет. Его почти не осталось.
Еще не совсем темно. Но ты недолго, только ты можешь покончить с этим. Ты моя единственная надежда. Алло? 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 Надо быстро читать. Блин, им там проще говорить. Они же свои фразы раз, а ты за ними-то, блядь, успевай там. Ну, зачитывай. Эксперимент над детьми. Медиум. Ачивка, последний путь. And off I went. Я просто сорвалась по первому зову. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Что-то смутное, знакомое. Either way, кроме того, похоже, he sure seemed to know me. The Neva workers resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Ну отлично, попиздуем обратно. Чё я там терять-то? А, нельзя, да? А, и это не работает. Там карта. Да. Где карта? Anyone home? Есть кто дома? I guess not. Похоже, нет. Ну, конечно, тут, блядь, хули, бомжи да наркоманы. Курица. Из Нивы с любовью.
Привет из Нивы. Тебе бы тут точно понравилось. Тут замечательная комната, отдыха для детей, бесплатные уроки рисования. Очень много семей и самогонница. Просто огромная. Никогда такого не видел. Жаль, что ты далеко. Скучаю. Ф. Ну ладно. What the? Какого? Hello? Эй. Томас? Томас? А там зомби какой-то, блядь, ты посмотри. Мне кажется, у него там вместо лица там какая-то хуйня у него. Типа как этот, Last of Us, там какой-то грипп у него на лице. Но мы можем всегда сделать кия, сынашки, в башку. Так, как эта барышня вообще бегает, нет? Вот, посмотри. Ага. Ой. You wanna keep me up, maybe? Не хочешь пускать меня на Ниве? Тогда придется постараться. Так, а ты такая умная, а как ты обратно-то? Ты нельзя вот так вот прыгать, не зная, как обратно. Мало кто знал о Ниве. Раньше это был дом отдыха для партийного. Что там? Но с тем он просто укрылся. То есть как раз такая легенда. О резне в доме отдыха Нива. Детали резни все в зависимости от рассказчика. Так, свихнувшийся персонал, древние проклятия, обычный набор. Короче, здесь эти госслужащие были. А не служащие, а эти, которые пузатые вот эти вот сидят. Сидели. И типа там резня как-то произошла, и их всех начали убивать. Так, машина! И отсюда шел этот бомж, бичара какой-то. Не, на самом деле, да, игра выглядит достаточно нормально. Хотя мне сначала казалось, что она выглядит вообще прям тупо. О, даже смотри, там вот я прохожу даже. Пляк, пляк. Ну, как-то неровно отображается. Но все же. Хлюпает что-то. Да, как-то неровно отображается, но... Это все же лучше, чем выход киберпанка. То есть эта игра вышла, и тут, ну, такие, не может, незначительные есть какие-то баги. Не то, чтобы дать другие крупные игры. Я куда-то в глушь иду. Ты вообще, ты уверена, что тебе сюда надо? Я вот нихуя сейчас разработчик, кстати, Blair Witch. И сейчас какие-нибудь ведьмы на меня нападут просто так. Вон у нее там тело. То у нее рука такая. То она перчатку носит, потому что у нее там ожоги. А, знаешь что? Hello. Эй, привет. Всем из них сходить сюда? Ха, что это за памятник? Я и сам не знаю, что это за памятник. Так что не спрашивай меня. Так, барышня, барышка. А, есть, она бегать научилась. О, как это здорово. Ладно, давай посмотрим за памятник. Кажется, люди иногда сволочи. No wonder history keeps. А потом удивляется, что история ничего типа не меняет.
Ну да, люди такие, блядь. Сами говнячат, а потом ищут виновного. И возмущаются. Память о жертвах Второй мировой войны. 1939-1945. Сыновьям и дочерям Родины. Здесь покоятся павшие могилы. Павшие могилы, которых стала вся земля. Да, не свинячат. Тут твари, блядь. На памятнике. Суки ебаные, блин. Так, легенькая пробежка. Так. Следы девочки. Она ж только хал, блядь, прыгает. Они опять исчезли. И опять. What's this? Т плюс кей. 1968. Ладонь. О, вон еще. Да, блядь. А, это просто отпечаток, да? Ну, окей. А здесь что у нас? Ничего, да? Блять, ей не страшно в лес-то? Ладно, там призраки, да? Мало ли, но, блять, обычные животные, которые могли, там, волк, нахуй, дикая собака какая-нибудь, медведь, блять, бурый, да вообще хоть какой, блять, йети те же. Какой-то старый форт. Попробуй войти здесь. Ты ебанутая. Уже, блядь, поворачивай назад. Идет она такая простая, ага. Сейчас в форт мы зайдем. Да, блядь, чая там попьем. Какая-то вот такая легкомысленная какая-то, не сознает всей проблемы. Внимание, реновация постановлена приостановлена в связи с планируемым археологическими раскопками на месте обнаружения останков. Останков кого, блядь? Древней, сука, цивилизации? Разбившегося НЛО? Здесь что-то произошло. Вы нашли Атлантиду или лавкратианская хуета какая-нибудь? Пирамида с жемчужином? Что тут происходит? Я вот уверен, тут уже я всего, уже все перебрал. Все. А, нихуя, нихуёво. Блядь, два мира? Разделим мира надвое.
If a place had a story что to tell, если в тех well, всю свою историю, I guess I was там there мне не осталось чего, кроме как выслушать. То есть, если здесь сужают... Так. А мне на какую картинку вообще смотреть? А выбора у меня особо, да, немного. Мертв, как все здесь. Like everything else in this place. Так. А, может, надо что-то найти, чем-то жахнуть? Это меня нарисовали? Да, вот после сделания ожоги у него вот эта вот плесень какая-то растет. Типа это как мертвые ткани, и в этом мире они своеобразно такие-то лопухами покрываются. Грибами. Поганками. Так, мне надо два глаза разделить вообще. Это место было много лет, и оно притаилось. Что-то неудивительно. Тысячи лет накладывается отпечаток. Изменяет его. Но даже в промежке может мерцать. Одинокий, хрупкий, ждущий того, кто его нуждается. И там одинаково, да? То есть не важно, какую кнопку нажму, A или X, типа, действие, типа, произойдет. As I absorbed the energy, так, энергию, I я задумал о том, как она осталась. A dying soldier, whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world. Ты смотри там сколько этих чуваков каких-то стоящих. А что делать-то? А, ты посмотри, у меня эти штучки, они теперь мне это... светятся. То есть я зарядился. Сейчас надо подойти и в мире духов херануть по щитку. Все понятно. In any case, в любом случае, I figured I could use it. Мне она могла пригодиться. Energy is energy. Энергия всегда right. Энергия. Так, РТ. Проповедник. А, вы получилось. Так лежать, Марианна. These powers of mine, as much of a pain in the ass порой as they were, мне немало проблем, they did come in handy sometimes. Так. А, ну типа оно открыто. Так. Снова. Здрасте, мордасте.
Холодновато, да, стало? Так а хули ты поперлась? Я существовал сразу в двух мирах, но ни в одном из них у меня не было настоящей жизни. Да еще, ты же ебанутая, кто захочет с тобой жить? Не, ну так-то фоны выглядят прикольно, да. Только не понимаю, что она здесь забыла вообще. Каушон, фоехас, осторожно, огне опасно. Вот тут нефть, блядь, течет рекой или что? Написали бы, не курить, или здесь газовая эта хуета. Газовая труба провод. Газ. Трубопровод. Я стараюсь себя веселить сам, потому что иначе я усну. Ёх ты, блядь. Кого там очканули? Ёп. Ох, что с тобой случилось? У него прям... Чернота на нём какая-то. Фу. Оленька, что с тобой случилось? Мне эта девочка уже начинает нервировать. Я, наверное, найду, как отшлёпаю, блядь, её. Своей рукой гнилой. Здесь быстро то, что-то есть. Там за кукушка какая-то. What the hell? Какого черта? Двойной детектив. Мартышка. Так, сейчас, я думаю, там дойдем до КТ, где там будет вообще КТ. Или нет? Или как нам? Еще ладно. Я думаю, дойдем до этого дома, и там закончим на сегодня. Ну, как на сегодня? Вообще, вот это просто выпуск. Я его сразу запилю и выкину. До окна. Нива. Что же такое, Нива? Машина? Или аура этого места? Или пародия? Я столкнулся с подобным, но здесь... Она была невероятной силой. Это было целое кладбище воспоминаний, эмоций. И не самых бредных. Так, была там точка сохранения. Бабочка запорхала. Все, на этом все. Давай, до встречи.